Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия, который выиграл в конкурсе на этих выходных. Ну, как обычно, забрали ему большой пак, пособирали некоторых. Первый в осколками сегодня у нас Бугимен и Огнекрыл. Аккаунт я еще не смотрел, сейчас посмотрим. Зак. Ну... Донатный аккаунт Минотавр есть уже на нем, возможно, его скоро будет. Сейчас посмотрим, что по осколкам. 81 осколок у Шпорника и 50 Бугимена. Вот так вот. Так, окей, поехали, посмотрим, что по героям. Не хватает Афина, Подашка, Сенна. Ой, тут хватает, нужно очень много героев. Асура, Рогатка. В общем, вот так вот. Находится он в гильдии Баффало. Первые, третьи места. Кидайте заявочки, вступайте. Так, ну что, поехали, посмотрим аккаунт. Он у него есть. Интересного. Так, Минотавр с богом войны. Дедушка. Старенькие талантики. Не вижу очень много вот ворожей. Ну ничего, так некоторые из героев неплохие. И для такого доната, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, победителю Сайса я отдал награду. У нас остался только еще один, не отписался победитель. В принципе, уже со всеми разобрались. Так. Так. Поехали по акциям, пробежимся, заберем ему сразу императорской пушки. Так, смертушка есть. У него не было. Отличненько. Уже радует. Даже седьмой уровень прокачали. Так, отлично, с этим разобрались. Ну что, поехали. Будем пробовать что-то выбивать. Героев надо немало. Надо постараться. Дед Мороз. Суккуб. Ну, не то. Места не хватает на складе еще. Садник. Укротитель Кенди. Рон, Паладин. Блин, герои-то падают. Сноу, Тесса. Хранитель опять. Вот она, Афинка. Ну что, поздравляю, Афины, по-моему, у него нет. Такс. Да, и Афинки нету, отлично. В принципе, офигенный герой. И нам он уже упал. Пробуем дальше. Подбашку было бы неплохо. И Бугимен, вот так вот. Просто изи. Я надеюсь, у него Бугимена нет. Так, Анубис есть. Махатма, да, Бугимена я пока не наблюдаю. Может, он качал еще, но... Музыками все забито. А Буги нету. Так вот, ну поздравляю, еще один недостающий. Неплохо. Так, идем сюда пока. Остынем от этого рандомчика.
хватает места на складе, вот так вот. Так, 200 камней зеленых, неплохо. Рабочих нету, карты смены только есть. Максимум мест, но ему придется потом кого-то посливать однозначно. Так, 150, 20 слизней, еще и карта. Отлично, а с карты нам упадет Фрея, нифига себе. Ну, конечно, она ему уже не нужна, но неплохо. Так, две эмблемки. Бастион ложный, ну, такое себе. Такое себе. Так, идем пока добьем яйца. Может, там что-то интересное нам упадет за 12 попыток, но я в этом очень сомневаюсь. Так, кристаллы. Так, ключ. Ну, в общем, как и у Виталика, то же самое. Ничего хорошего не упало отсюда. 10 слизней и ключик. Супер. Так. Ну что, поехали дальше. Сразу же Воржей. Рыцарь тьмы. Варлок, Бигфут, фига себе, начало сыпать. Надо, походу, чаще отдыхать от роллинов. А вторая Афина, ну что, поздравляю, даже повторка уже упала. Я думаю, это офигенный роллинг. Рино на такое количество самок. Конечно же, жесть. Так, нам бы еще Бигфут, у него, конечно, уже есть. Заклинательница, Седна, ПБшка. Капитана Рогатку выбить тоже неплохо было бы. Ну, самое главное, что Афинку достали. Так, ну что, поехали дальше. Конечно, падает жестко. Варлок. Просто изи. Повелитель бури, ребят. Ну, это однозначно лайки сыпятся. Короче, мы нормальный аккаунт. Приодели за такое количество самок. Так, ну что нам? Нам еще пару героев надо. Сильно неплохо было бы словить. Так, смерть. Князь тыква. К сожалению, все. Кристаллический эктоплазм. Ну, что имеем? Имеем дофига офигенных героев за 30 косамов, Бугимена, ПБшку, две Афинки, там Бигфута выбили, Фрею выбили, Ворожея, ну, в общем, Рину пару штук. Нападало, но, в принципе, неплохо. Ему то, что надо, достали недостающих, достали топовые рунки. В общем, ребят, все как обычно. Участвуйте в еженедельных конкурсах, и будет вам счастье. Люди, которые участвуют, думаю, об этом не жалеют, кто победитель. Конечно, все выиграть не могут, но кто кому повезло, тому повезло. Все.
Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.